Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Казакова Светлана Васильевна. Я преподаватель курсов направления финансовый менеджмент Центра компьютерного обучения «Специалист». Сегодня я хочу вам представить наш новый курс «Практикум по управленческому учету. Задачи и решения». Специалист по управленческому учету – одна из наиболее востребованных специальностей на современном рынке труда. И в обязанности данного специалиста входит не только организация, внедрение управленческого учета на предприятие, организация бюджетирования, но и решение практических задач. Именно данному аспекту и посвящен наш курс. Данный курс состоит из 7 модулей. В рамках каждого модуля мы решаем задачи одного из направлений. Это и задачи на классификацию затрат, и задачи на распределение косвенных расходов и расчет себестоимости разными методами. И, конечно же, одно из наиболее популярных направлений управленческого учета – SVP-анализ, то есть анализ затраты, объем, прибыль, который позволяет найти как точку безубыточности, так и порог финансовой прочности предприятия и рассчитать все необходимые коэффициенты. Данная информация нужна руководителям предприятий для принятия грамотных управленческих решений. И именно мы, специалисты по управленческому учету, можем ему в этом помочь. В рамках каждого модуля группа вместе с преподавателем разберет решение двух или трех типовых задач. А далее будет следовать самостоятельная работа. По каждому из направлений самостоятельная работа занимает не менее 50% времени. Слушатели научатся не только решать задачи, но и создадут уникальные шаблоны, автоматизировав процесс управленческого учета при помощи Microsoft Excel. Для прохождения нашего курса требуется предварительная подготовка, успешное окончание курса «Основы управленческого учета и бюджетирования», где слушатели приобретают теоретические навыки, и прохождение курса Excel уровень 2 «Расширенные возможности». По окончании нашего курса слушатели приобретут ценные навыки решения практических задач по управленческому учету, что, безусловно, повысит стоимость специалиста на рынке труда и существенно облегчит вашу производственную деятельность. Практикум рассчитан на 24 академических часа и проводится в нескольких режимах обучения. Если вы выберете обучение в режиме утро-день, то ваше обучение займет 3 полноценных дня. Также данный практикум проводится в режиме вечер, и тогда он занимает 8 занятий по 4 академических часа. И, конечно же, для самых занятых наших слушателей есть программа выходного дня, и вы можете посетить наш практикум, занимаясь по выходным один раз в неделю. Тогда ваше обучение займет 3 недели. До встречи на курсе «Практикум по управленческому учету» в Центре «Специалист».